Волшебные сны. Наверное, каждому из нас в детстве они снились, но вряд ли кому удалось воплотить их в своей реальной жизни. Однако нашелся тот, кто смог это сделать. Буквально перед самым Новым годом состоялась презентация книги молодой юкагирской писательницы, которая так и называлась «Волшебные сны». Презентация прошла в библиотеке «Смарт», и открылась она постановкой этнотеатра «Турук» о том, как посещали музы автора книги. Мы собрались сегодня в этом уютном зале по очень приятному поводу. Родилась новая книга. И сейчас я расскажу вам легенду про один из самых загадочных народов мира – юкагиров. Давным-давно их было так много, как звезд на небе. Еще про них говорили, что стойбища юкагиров занимали так много территорий, что лебеди, пролетая над их кострами, желтели, пока долетали с одного конца стойбища до другого. А предки современного народа саха, прибывшие на территории Якутии с юга, увидев впервые полярное сияние, приняли его за отсвет от костров юкагиров и назвали сполохи джукеабиота. Огни юкагиров. И по результатам всероссийской переписи населения 2020 года юкагиров на сегодня 1813. И этот замечательный народ выдвинул трех братьев-писателей: Семена, Гаврила и Николая Куриловых. А все они члены Союза писателей СССР, а младший Николай Куилов еще и член Союза художников СССР и Союза журналистов России. Каждый народ богат своими талантливыми людьми. Еще одна драгоценность юкагирского народа – Ладина Курилова. Сегодня мы представляем вашему вниманию новый литературный труд. Новую книгу Ладины Куриловой «Волшебные сны». Эту книгу я написала весной прошлого года после успешного дебюта на совещании молодых писателей Якутии. Не скрою, я и сама испытывала огромный восторг от создания волшебной истории о трех подростках юкагирах, перечитывая по несколько раз свои рассказы. Сейчас начинаю сама себя критиковать, думая, это проблема каждого писателя. Всегда хочется приблизиться к идеалу, написать лучше. Но все же считаю, что написано в период вдохновения является самым верным и подходящим для произведения. Перед летней презентацией на съезде юкагиров я спросила у своего отца Курилова Гаврила Николаевича Улуро о том, на каких моментах в своем выступлении мне следует заострить внимание собравшихся. Отец ответил, что надо сказать о том, как однажды у меня так разыгралась фантазия, и я решила передать ее в своем произведении. С предложением отца я не совсем согласилась. Я сказала, что это были не просто фантазии и выдумки, а попытка создать детское произведение о юкагирах на основе народного фольклора, традиций и мировоззрения. У каждого писателя свой идейный посыл в творчестве. У моего отца ключевой творческий посыл – сохранение этноса, возрождение языка и народа. Все его произведения служат этим целям. В своем творчестве я стараюсь продолжить эти идейные линии как проблемы судьбы народа, возрождения этноса и национального языка. Думая о своем слове на презентации, я вспомнила настрой во время написания рассказов, что мне хотелось в первую очередь подарить сказку своим детям. Да, с написанием каждого нового рассказа я все более четко осознавала, что через них разговариваю с детьми. Я думала, может, не сейчас, а в будущем они возьмут книгу, которую написала мама, чтобы пообщаться со мной через нее. Они будут читать эти истории и поймут, когда я обращалась к ним и что я хотела им объяснить. Да, суть этой книги в идее сохранения национальной культуры, этноса, родного языка. И в том, что надо верить в себя, в свои силы и возможности. Никогда не сомневаться в том, что любим, и всегда можешь получить помощь и еще один шанс воплотить в жизнь то, о чем мечтаешь, к чему стремишься. В сказочном мире книги помощь приходит от волшебных сил. В реальности эти волшебные силы люди могут найти в себе, если перестанут сомневаться и будут делать то, что говорит им сердце.
конце мне хотелось бы заметить, что в этой книге много смыслов, которые может найти для себя каждый читатель, потому что эта книга про веру в себя, про веру в жизнь и светлое будущее. Повествование волшебных снов уводит нас в далекое прошлое Юкагиров. Однако назначение этого произведения я вижу направленности на современность, чтить и хранить корни и память предков, бережно относиться к традициям и культуре, мировоззрению, языку, через прошлое и непростое настоящее попытаться заглянуть в будущее всех нас. Для того, чтобы книга была издана, проводится большая работа. Если вкратце рассказать, как вот создавалась вот эта книга, как она издавалась, то сперва следует отметить то, что вот проект этой книги вошел в список тематических планов нашего издательства, то есть это социально значимый перечень книг, как сохранение языка и культуры юкагирского народа. И оказывается, прошел ровно один год, как мы начали работать над этим проектом, то есть в прошлом году, в декабре, мне передали рукопись книги, и уже в январе этого года я передала нашему талантливому художнику, иллюстратору Евдокии Иннокентьевне. Ага. И потребовалось немного времени, чтобы подготовить печати. И уже в апреле, 19 апреля, мы уже отправили документы, файл к печати в город Новосибирск. Получили мы уже в свободной продаже в конце июня, начале июля, да? И получается, мы первый раз презентовали книгу в августе этого года, и уже в августе, представляете, ребята, тираж составил лишь 200, остаток тиража был только лишь 200 штук, когда как тираж книги составлял 1500 экземпляров. И так как книга была вот в перечне социально значимых книг, то 500 экземпляров был распределен по школьным библиотекам. И мы считаем, что вот этот факт, то, что читателям очень понравилась книга, и тот факт, то, что книга выиграла номинацию «Лучшая художественная книга» в международном конкурсе детских литератур, является супер успехом и очень большим комплиментом автору. И от себя и от нашего издательства автора Ладину Курилову, Гавриловну Курилову, еще раз поздравляем и желаем дальнейших успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Года два назад ко мне зашла молоденькая, хорошенькая девочка, представилась, сказала: «Меня зовут Ладина, я принесла вам свои рассказы». Вот. И я тогда сразу поняла, что вот это действительно очень интересный человек, потому что вот она как-то уже начала рассказывать немного уже, что она немножко беспокоится, что там, ну, как бы сильно никаких там изменений, чтобы не было и так далее. Я потом поняла, почему она так сказала, потому что рассказы были настолько аутентичные, настолько синкретичные, что вот действительно это вот было похоже на какое-то предание, но на самом деле это художественное произведение. Именно художественное произведение. Здесь играют силы стихии, прежде всего вода, из которой вообще все вышло, все живое. Вот. Там и реки, и озера, вообще вода там и капает, и дождь идет, и лужи, и туман, и вообще как бы очень много там и рыба, которая там плещется и так далее. То есть это вообще то, из чего вообще возникла сама жизнь. Вот. И вот здесь вот по этой воде на лодочке плывут дети. Вот. Дети – это получается тоже как бы главный элемент вообще всех стихий, потому что там еще очень много воздуха.
ощущаются какие-то запахи, благоухание цветов, запахи еды, да, там очень много, там и как суп, чай, отвар и так далее, тоже как элемент воды, вот, который продлевает жизнь, который помогает быть здоровым, продолжать работать, приносит энергию человеку. Вот, и очень много действительно воздуха еще в чем, потому что вот говорится о том, что есть вот как бы полет мыслей, полет фантазии и полет птиц, горы и так далее. Все это вот возникает, от этого возникает ощущение воздуха. И мне вот тоже, как северному человеку, вот это действительно оказалось, как будто какая-то генетическая память просыпается и хочется проникнуть в этот мир. Вот. И там действительно настолько интересно все описано, там вот эти вот дети, они живут настолько действительно в синкретичном мире, где у них все один, ну как бы все вместе, и фантазия, и какие-то вот древности, например, там холм, который оживает, превращается в мамонтов. И это совершенно естественно, что вот так оно и должно быть. Вот. И поэтому вот можно сейчас, наверное, уже говорить о том, что создается мир, отдельный мир Ладины Куриловой, который будет очень интересен детям. И в дальнейшем ждем еще продолжения, и, может быть, еще другие книги будут. Знакомство с якутским народом у меня произошло в 80-х годах прошлого века, когда меня направили работать учителем изобразительного искусства и труда в Нелеминскую 8-летнюю школу. И вот когда я только приехал, и так случилось, что ну, через несколько дней по приезду на улице я встретил Гаврила Николаевича Курилова. И там мы разговорились. Но он увидел, что я приезжий, подошел ко мне и сам начал разговаривать со мной. И там разговорились, и он рассказал очень многое про якутский народ, про то, что вот таежные и тундряные юкагиры, у них диалекты разные, и он изучает как раз вот язык юкагиров. На прошедшем совещании молодых литераторов Якутии вышло так, что, разбирая вот произведения, поступившие на конкурс, я увидел знакомую фамилию Курилова. Взял, это оказалось, что рассказы, сказки Ладины Куриловой. И как раз вот с первых же строк этих сказок я окунулся с головой и как будто воцарился над землей, и оттуда, обзирая вот необъятные просторы Алазийской тундры, вместе же с героями сказок участвовал в их приключениях. Но у Ладины очень описано очень красочно, очень вкусно, и человек, начав читать, уже на одном дыхании прочитает всю эту книгу. Вот вы увидели впервые книгу, и какие мысли у вас сразу возникли вот на этом? Ну, сразу я рекомендовал признать Ладину открытием совещания и рекомендовать вот ее рассказы выпустить отдельной книгой. Ну, да, как сказать, она не начинающий писатель, а вот в этих рассказах уже чувствуется, что она уже состоявшийся писатель. И мне думается, что вот в династии Куриловых зажглась еще одна звезда, звезда по имени Ладина. Книга «Волшебные сны» поражает иллюстрациями, которые создала Евдокия Романова, преподаватель колледжа креативных индустрий Аяр Устар. А как вы над этой книгой работали? В книге Ладины Гавриловны очень интересные рассказы, увлекательные, о путешествиях, о добре. И мне очень приятно было, интересно даже было иллюстрировать. Ну, прежде чем начать иллюстрировать, вы, наверное, какие-то
Да, очень много читали, перечитывали вместе со своими детьми, даже вот читали. И даже вот дети мне подсказывали, как нарисовать. Очень даже было интересно. Там истории очень увлекательные. Я не художник, я просто это хобби, мое хобби. Я дизайнер одежды. Молодой писательнице я бы хотела пожелать успехов, творческих именно успехов и побольше бы таких фантазийных сказок. В результате совместной работы автора и всех причастных к изданию книги «Волшебные сны» она стала победителем номинации «Лучшее художественное произведение» третьего международного конкурса «Белый мир Арктики через призму детской книги». Основная задача конкурса – это популяризация детской литературы на языках коренных малочисленных народов Севера, да? На якутском языке, на русском языке, всей детской литературы, которая издается именно на тему Арктики. Мы проводим этот конкурс 2021 года. Он у нас состоит из 9 номинаций. Ну и самые милые номинации – это автор до 18 лет. И в этом году мы включили номинацию «Иллюстратор до 18 лет». Потому что у нас очень много талантливых детишек, ну, о которых знает только узкий круг. Да? И я считаю, что вот этот конкурс открывает для них дорогу. И вот как раз сейчас проходит презентация книги Ладины Куриловой «Волшебные сны. Легенда о древних душах Нунни». Эта книга у нас заняла в этом году, в 2023 году, первое место. Как лучшее художественное произведение для детей. А ваше собственное мнение? Ну вот я только купила эту книгу. К сожалению, у нас есть возможность только просматривать на сайте Национальной библиотеки. И вот когда я вот купила вот бумажный вариант, просто замечательные иллюстрации. И я считаю, что книга действительно вот заняла по праву, скажем, по справедливости. За книгу голосуем не библиотекари, не учителя, не писатели. Это голосует народ. Голосование проходило на сайте Национальной библиотеки. Была возможность посмотреть все работы, да, ну, конечно, в электронном виде. У кого была возможность, они могли подходить, брать в библиотеках, ну, если эта книга была, да. Ну, а так предварительно очень большая работа была проведена, потому что изначально вот библиотекари детской точки кипения центра чтения, да, библиотекари централизованной библиотечной системы искали книги в открытом доступе, именно литературу на тему Арктики и Севера. И только вот из этого большого массива литературы уже начинают работать эксперты. Они выбирают книги для голосования. Ну, до 10 наименований могут выбрать, да? И только после отбора экспертов мы выкладываем эти книги для всеобщего голосования. Так что вот книга Ладины Куриловой, она, ну, поистине получилась народная, да? Народ выбрал книгу этой писательницы. И мы очень рады, что вот наследие Куриловых продолжается, что у них вот оказывается такая замечательная детская писательница. Детских писателей у нас не очень много, потому что, ну, для этого требуется особый талант, особое мировоззрение, да. Так что я считаю, вот у нас появилась очень талантливая молодая писательница именно из юкагирского народа. Очень рада этому. И организаторы мероприятия, и ее участники были в восторге от этой книги. Союз писателей привлек меня в качестве эксперта. И перед совещанием я ознакомилась с рукописью Ладины. Там было буквально несколько рассказов. Прям сразу было видно, что человек уже созрел. И по итогам совещания мы рекомендовали ее работу к печати после некоторой доработки. И Ладина настолько вдохновилась, что ночью после совещания она написала еще несколько рассказов. И потом в процессе мы с ней все время переписывались, советовались. И очень рада, что ее книга наконец увидела свет в издательстве «Аяр». Особенно хотелось бы поблагодарить художников. Настолько они точно и красочно нарисовали сюжеты из произведения. И хочется отметить, что вообще детская литература в целом по России очень плохо развита.
И особенно у нас, у коренных малочисленных народов, практически нет детских авторов. Если в советское время были такие писатели детские, как Николай Савич Тарабукин, Андрей Васильевич Кривошапкин, тоже есть детские произведения, у Платона Ламутского замечательные детские произведения, то сейчас на современном этапе детских авторов, к сожалению, нету. И хочется поблагодарить Ладину за такое прекрасное произведение. Очень надеемся, что мы увидим дальше продолжение истории, продолжение приключений наших главных героев, прототипами которых являются ее дети. Книга мне очень понравилась. Вот я сама представляю Жиганский улус. По национальности эвенкийка. Есть у меня в крови эвенская, да? И вообще, наверняка, это может быть память такая генетическая, что когда я читала книгу, очень хорошо иллюстрированную книгу, да, и при том очень хороший слог у автора, мне очень понравилось. Я представляла ту красоту, тундру, да, хотя наверняка мне казалось, что Ладина Гавриловна описывала именно Колыму, Индигир, либо Алазею, да, эти местности, но мне представлялась совсем другая тундра, вот это близко где-то Жиганск, север Жиганска, да, между Оленьком и Жиганском, белоснежность и такая свобода у детей в книге, которую хотелось бы иметь мне самой. Им так доверяют родители, да, и сейчас, в нынешнее время, это очень вопрос такой актуальный стоит. И хотелось бы, чтобы детям также доверяли родители, да. Очень красиво там описана и природа, и вообще связь родителей, природы, детей. Все-все очень мне понравилось. Это такая увлекательная сказка. Очень легко, хорошо читается. Окунаешься в мир детства, в мир природы. И она, ну как, все хорошие чувства человеческие вспоминаешь. Чувствуешь себя человеком, ребенком. Чувствуешь себя вот этот на человеком природы. Вот это вот легко написано так вот и очень даже приятно читается. Ну, а самое главное, нам, как учителям, ложится на душу вот наша актуальная тема – семейное воспитание. Так, и возрождение, вот этот вот возврат к истокам, что человек, тогда человек, когда он помнит свои корни, свои истоки. И поэтому вот эта книга очень ценна вот этим, что сегодня вот она на встрече сказала, что она это посвящает своим детям, своим будущим, не только им. Любой человек, прочитав это, он вспоминает, должен знать, почитать свою семью. Папу, маму, бабушку, родителей, помнить о своих предках, что они любили, как они жили, и чтобы они претворяли это в жизнь, не забывали, потому что это помогает, это дает крылья в будущее. Думали ли вы когда-нибудь, что станете писать книги? Я об этом мечтала всю жизнь, но долго не могла в себя поверить, и вот наконец-то поверила. То есть я поняла, о чем могу писать, когда я накопила багаж, жизненный, интеллектуальный, вообще разный багаж. Тогда я и начала писать. И как, когда это было? С чего? Ну, как началось? Ну, можно сказать, это началось после того, как я уже закончила университет, поступила в аспирантуру, стала усиленно изучать язык, фольклор, литературу. Тогда во мне все это и стало раскрываться. Все эти умения и понимание, как писать. Почему именно детская вдруг? А детская, на самом деле, у меня очень много было таких разговоров, что детская литература у нас слабо развивается в России, в республике, и поэтому я, можно сказать, целенаправленно взялась за детскую литературу, хотя, конечно, могла бы и писать и взрослую литературу, но я посчитала, что да, детская литература, она сейчас более актуальна в современном мире. Я думаю продолжать писать детскую прозу. Возможно, когда-нибудь я возьмусь и за взрослую, когда посчитаю, что я достаточно написала детских книг. И мы, в свою очередь, поздравляем молодую якогирскую писательницу Ладину Курилову с выходом книги «Волшебные сны».
и думаем, что она станет первой ступенькой на ее дальнейшем творческом пути.